Теплицы под ключ. В Крыловском районе фермер выращивает помидоры по инновационным технологиям. Вся система полностью автоматизирована и обслуживается одним человеком. Почти 10 лет назад Константин Ващенко оставил работу в офисе и открыл свое дело. Построил теплицу, рассказывает он главе региона. Вениамин Кондратьев сегодня в Крыловском с рабочей поездкой. Одним из пунктов объезда стал как раз парниковый комплекс Ващенко. Хозяйство специализируется на выращивании томатов в закрытом грунте. С одного квадратного метра фермер собирает 35 килограммов помидоров. Своим опытом производства молодой человек уже делится с начинающими аграриями. В чем тогда вот есть ноу-хау твоей технологии? При проектировании, строительстве, оснастке теплиц мы используем подходы, которые используются в современных промышленных теплицах. Так. То есть мы адаптируем современные промышленные технологии в личном подсобном хозяйстве. То есть, в целом получается, как рынок сегодня реагирует на вот твое новшество? Проблем с реализацией нет. Это сегодня важно. Бери, работай, только не ленись. Побывал Вениамин Кондратьев и на заводе по производству лимонада, а еще заехал в кинотеатр. В прошлом году здесь должны были начать ремонтные работы. Деньги выделили из краевого бюджета, но район до сих пор не сделал проектно-сметную документацию. Сейчас она отправлена на доработку.